Всем добрый вечер. Знаете, есть такая книга в Библии, ну, если кто случайно читал. Книга есть такая в Библии, если кто случайно ее читал. Называется она «Книга пророка Ионы». Ну, случайно вдруг кто-нибудь, если, знаете, разное бывает. Может, кто случайно наткнулся на книгу такую, думаю, так почитаю. Одна из моих любимых книг. А у меня все книги любимые, начинаются на «И». Книга Иова, книга Ионы, Евангелие, Иоанна, Евангелие от Иоанна, да. Сегодня я хотел поговорить, потому что на самом деле со мной сегодня произошло именно то, что произошло с Ионой. Да, он спал себе, жил себе, никого не трогал спокойно, да? Недалеко тут, кстати, где-то жил. Вот тут буквально недалеко. Жил себе, жил, и вдруг... Вдруг, ни с того, ни с сего, прямо в первой главе, с первого стиха написано, кто меня так громко сделал? Так и написано, кто меня так громко сделал? Можно меня сделать потише, пожалуйста? Потому что я и так громогласный, еще и это самое. Серьезно говорил тихо? Я говорил тихо? Да вы что? Прокашу. Буду говорить громко. Но это не то, что было написано в первой главе с первого стиха. В первой главе с первого стиха написано так. «И было слово Господне к Ионе, к сыну Амафину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Сегодня мне позвонил пастор, говорит, встань, иди, и проповедуй сегодня на служении. Надо идти. Я же читал книгу Ионы. Надо идти. Потому что последствия могут быть, знаете. И мы очень часто получаем откровение от Бога пойти куда-то что-то сделать, кому-то рассказать об Иисусе Христе, кому-то поведать Евангелие. И бывает такое, что мы приходим к пониманию, что это откровение от Бога. Но так посмотрим по сторонам, вроде никто не видел, никто не слышал. И думаем, потом, не сейчас. А вдруг это не от Бога? Вот это сейчас точно было не от Бога. Так вот, вы знаете, начинаем после этого думать, что делать с этим, от Бога, не от Бога, а правильно ли мы сделали, неправильно ли мы сделали. Знаете, Дух ведь обличает в конце концов. Он же говорит, а я тебя предупреждал, что это нужно было сделать. Но, как говорится, дорога ложка к обеду. И бывает так, что происходят разные вещи, которые неприятные. И вот у Ионы произошла очень неприятная вещь. Потому что он, я потом расскажу, что такое Ниневия, чтобы сразу вас не пугать. Но он, знаете, как и обычный рядовой человек, подумал, да, что там же люди живут в Ниневии-то. Проповедовать-то людям надо, как говорится. Да? Люди там живут, им нужно... Они, у них разные нравы. У них разные настроения, как они обо мне подумают, что они обо мне скажут, и вообще останусь ли я живой там в этой Ниневе. И он принимает решение, вот прямо тут же непосредственно в первой главе, прямо сразу принимает решение. Говорит, и встал Иона, чтобы бежать. Смотрите, сколько глаголов использует, сколько действий делает один человек, чтобы просто не делать то, что ему Бог говорит. Считайте глаголы, прямо загибайте пальцы, кто части речи понимает на русском языке, загибайте пальцы. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел, в оригинале, кстати, спустился, написано спустился в корабль, вошел в корабль, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господня. Смотрите, сколько действий нужно было сделать, вместо того, чтобы просто встать, пойти и проповедовать. Сколько? 8 глаголов, 8 действий нужно было делать вместо 3. Сегодняшний прагматичный человек бы сказал, нет, я лучше 3 сделаю, чем 8. Ну, знаете, чтобы не похудеть. Всего 3, а он пошел и сделал 8. И это еще не все. Смотрите, сколько всего произошло за это время. Но обратите внимание, что Бог все это время за ним наблюдал. Он ведь написано, что бежал от Господа. И, кстати, на иврите тоже написано, он бежал от лица Господа. Он думал, что если он сейчас будет быстро идти, то Бог не успеет его обогнать и заглянуть ему в лицо, наверное.
Он пришел в Иопию. Иопия, знаете, где находится, да? Яфу. Яфу. Пришел в Яфу, нашел корабль, спустился в него, заплатил за него. И все, типа я от лица Господа убежал, там, знаете, внизу не видно. Мне напоминает эта историю, когда вот это вот понимание того, что Бог не все видит, или там где-то от него можно скрыться. Я жил в городе-герое Ташкенте. Знаете такой город, да? Это страна мусульманская, типа. Они, им пить нельзя, знаете, да? Вообще ничего. Алкоголь нельзя, вообще ни в каком виде. Но хочется же. И вот они приходили в Чайхану, не куда-нибудь. В Чайхану. Кто здесь есть? Кто еще из Ташкента здесь есть, нет? Или один тут такой? Есть? О. Нет, те, что были, это тоже... Я говорю, там, кто жил в Ташкенте. Приходили в Чайхану, доставали из пакета две бутылки коньяка, отдавали чайханщику. Вот так. Чайханщик приносил им в чайнике пиалушечки. Вроде чайхана, а пахнет коньяком. Ну почему? Потому что, ну, во-первых, под потолком, во-вторых, в чайнике же Бог не видит. Короче говоря, вы знаете, от Бога убежать невозможно. Человек пытается скрыться от Бога на человеческих средствах, ну, корабль. Человеческое средство, не Бог же его построил. Но где? В стихии, которую кто создал? Бог. Умная мысль. Вот и Бог так подумал. Умная мысль пришла тебе в голову, дорогой товарищ Иона. И тут же непосредственно за этим написано: «Но воздвиг Господь на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль был готов разбиться». Представляете? Бог не воздвигнул бурю там, или там не заклинил там какой-нибудь замок, там, знаете, на входе в то место, куда зашел Иона. Он подождал, пока Иона сойдет на корабль, спустится на корабль, отплывет из Иопии, доплывет где-нибудь там до середины моря, и тогда воздвиг бурю. Причем смотрите, что происходит. Он не воздвигает бурю, чтобы все разрушилось. Написано, корабль готов был разрушиться. Он воздвигает бурю, чтобы понять, и чтобы дать понять, кто он есть и кто здесь вообще хозяин. Там все на грани. Вы обратите внимание, да, что все на грани. Никто не погиб, но все боятся чего? Смерти. Все боятся смерти. Что происходит? Смотрите, он говорит... Устрашились корабельщики и взяли воззвали каждый к своему Богу и стали бросать за море кладь. То есть они были уверены, что если они вот этот вот балласт, который они с собой взяли, или груз там чей-то, еще раз повторяю, груз, выкинут за борт, то кораблю станет легче. Написано, чтобы облегчить его от нее. И он же, опять написано, спустился еще ниже, во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Вот это я понимаю олимпийское спокойствие. Вокруг буря, народ бесится, чемоданы за борт выбрасывают. Да? Кто что? А он пошел вниз, спустился и заснул. Нормально, да? Теперь смотрите, что получилось. Иона понял, из-за кого вообще все это происходит. Ну, иначе бы он не был бы пророком. Он понял. Он почему пошел спать? Вы знаете, это большая головная боль, когда тонешь долго. Это мучительная смерть. А так заснул и не проснулся. Он был готов умереть прямо там, на дне этого корабля, тем более ближе ко дну. Написано же, во внутренность спустил, ближе ко дну. Все, уже был говно, уже все понял. Он понял безвыходность ситуации. Он посреди моря, буря. Все в смятении, он знает, из-за кого все это происходит, он чувствует себя виноватым. А что он может сделать в этот момент? Ну что он может сделать? Он же это понимал, он же взрослый человек, я так надеюсь. Потому что одного пророка в 13 лет помазали на пророчество. Ну были такие случаи. И он вот смотрите, что происходит дальше. Он был готов умереть на дне, в чреве этого корабля, принять эту смерть от бури, но не готов был прийти в Ниневию из страха, что с ним там могут сделать люди. Теперь давайте немножко экскурс в историю. Что такое Ниневия? Кто-нибудь знает, что такое Ниневия? Нет? Это город. Великий написано у Господа. Да, а где? Тут недалеко. Три дня пути написано. Пути.
пешего. Да. Ниневия — это была столица, одна из столиц ассирийского царства, Малхут-Ашур. И ассирийцы того времени были известны не только своей тогдашней культурой, своим идолопоклонством, своими там разными достижениями. Они были известны невероятной жестокостью на тот момент. Например, когда армия ассириан, когда армия ассириан завоевывала город какой-нибудь, они выводили на площадь все мужское население с 13 лет, начиная и старше, живьем снимали с них кожу, аккуратненько так, чтобы не повредить, и украшали этой кожей внешние стены города, для того, чтобы те, кто будут приходить, чтобы типа этот город отобрать, чтобы неповадно было. А трупы оставшиеся скармливали диким зверям за стенами города. Вот такие добрые люди были. И он это, естественно, знал. Я бы, честно говоря, тоже, наверное, бы подумал, что ж там со мной сотворят-то в этой Ниневии. Тем более я должен пойти и их обличать за их преступления, представляете? Тогда он был, кстати, нормальный еще, Иона. То есть он был в одежде, он нормально выглядел, и он вот в таком виде должен был прийти и проповедовать. Но он избирает другой путь. Ну, понятно, знаете, чему бы грабли не учили, но сердце ж верит в чудеса. И он вот больше испугался того, что с ним сделают в Ниневии, чем гнева Божьего. И что происходит дальше? Написано, смотрите. И это все, смотрите, все это разворачивается прямо в первых стихах первой главы книги. Это мы еще даже вот, еще не на середине. В книге всего 4 главы, но мы еще даже не на середине. Это в первых стихах книги все разворачивается. 6 стих написано. И пришел к нему начальник, я люблю такие фильмы вообще смотреть. Когда сразу разворачивается сюжет, там все, все побежали, все утонули, там все. А тут никто не тонет, но все бегут по кораблю. И вот написано, пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Приходит к нему язычник. Язычник, смотрите, там все моряки были язычники, они каждый к своему Богу взывали. Как сегодня в Индии, там у кого-то Бог это консервная банка, да, у кого-то кусок деревяшки, у кого-то тарелка. Там как вот, если, например, человек болеет, а ему домой консервную банку принесли, и человек в это время выздоровел, все, консервная банка Бог, ему надо поклоняться. Вот они поклонялись каждый своему Богу, представляете? А приходит капитан корабля и говорит ему, послушай, ты что спишь-то вообще, нашел время типа? Да, вставай и воззови теперь к своим, мы к своим уже воззвали, вам вообще не с кем разговаривать. Помните, как Илья сказал, типа, может он устал или другими делами занят, некогда ему с вами там. И не говорит, все, давай своему помолись, может мы не погибнем в таком случае. Начальник корабля, смотрите, человек неверующий, он приходит к Ионе и говорит ему, пойди и помоли своего Бога. Может быть он нас спасет. Смотрите, он говорит, что тебе надо встать и воззвать. До этого и Бог ему говорил, встань и пойди. А теперь ему говорит начальник корабля, встань и воззови к своему Богу. И смотрите, когда мы приходим к некоторым людям для того, чтобы проповедовать, они почему-то априори знают, что наш Бог сильнее любого другого. Помните, Павел говорит, что Господ много и так называемых богов много, но есть только один, который сотворил небо и землю. Помните? Ну как не помните? Помните же, вспоминайте. Один есть такой, который сотворил небо и землю. И когда мы приходим к людям и говорим, что мы веруем в этого Бога, они почему-то считают, что наш Бог лучше. И они говорят, ну тогда помолитесь своему Богу за нас, чтобы мы исцелились, чтобы у нас ситуация улучшилась, чтобы то, чтобы все. И мы приходим, молимся нашему Богу. Естественно, что если Бог хочет улучшить ситуацию, Он ее улучшает. Ситуация улучшается. И люди, которые нас просили молиться нашему Богу, продолжают молиться своему. Ну, ему удобнее, потому что молиться. Привычнее. Окей? Они пришли к нему и говорят, слушай, своему помолись, твой-то Бог круче, походу. Но если наши до сих пор не ответили, может, хоть твой ответит, там занято везде, куда не позвонишь. И события развиваются дальше очень, очень стремительно. Дальше написано, смотрите, и сказали друг другу, язычники, они поняли, что там не с кем разговаривать со своими богами. И они говорят, давайте хоть поймем вообще, из-за кого все это.
Причем на корабле есть один человек, который знает, из-за кого все это. Согласны? Один человек, который знает, из-за кого все это происходит. Но он спит, ему некогда. И вот они говорят, и сказали друг другу, пойдем, бросим. Смотрите, сколько действий происходит. Это всего-навсего какой там, 7 стих 1 главы. Смотрите, сколько действий происходит ради того, чтобы совершить одну простую процедуру. Встать, пойти и проповедовать. Смотрите, сколько людей заняты в этом деле. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажите, сколько у них сразу, Иона, и допрос пошел. Сразу. Причем у них сразу много вопросов накопилось к нему. Да? И вот они говорят, и сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда ты идешь? Где твоя страна? Из какого ты народа? Говорите помедленнее, я записываю. Да? Он говорит, да что, ребята, все просто. Вот написано, я еврей, говорит. Вот откуда повело, что евреи во всем виноваты, понимаете? Вопрос, кто виноват в Израиле во всем. Он говорит, я еврей, чту Господа Бога и небес, сотворившего море и суши. Все. Фраза. Чту Господа неба и земли, сотворившего море и суши. Чту. Запомнили фразу? Чту. Смотрите, какие простые слова. То есть Иона прекрасно знает, что он виновен. Он прекрасно знает, что он сейчас сделал заявление, за которое ему придется отвечать, потому что он сказал, что он чтит Бога, создавшего небо и землю, но выполнять его волю он отказался. Он говорит, я чту, но волю выполнять не буду. Почему? Потому что боюсь, что люди про меня подумают. А вдруг, знаете, там кто-то что-то подумает. И вот смотрите, что происходит. В нашей жизни происходит иногда много непонятного, вот, опасного, устрашающего, потому что мы живем в какой-то буре такой, знаете, буря такая вокруг нас. И она далеко не в стакане воды, она реальная буря. Но на нас пальцем уже никто не показывает, вот ты, давай, воззови к своему Богу, это из-за тебя все. И мы думаем, я нормально это, буря, да. Но буря же не прекращается, смотрите, все на грани катастрофы. Куча народу из-за нас страдает, потому что мы Бога чтим, а волю его исполнять не хотим, пытаемся уйти от лица Божьего. Представляете, какая вот получается ерунда. И вот отсюда возникают в нашей жизни бури. Мы не можем понять, почему же буря? А надо задать себе вопрос просто. Мы чтим и выполняем или только чтим? Написано дальше. Мы еще главу за первый стих, только за первый десяток стихов перевалили, прям десятый стих написано. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Если бы у него был ответ. Они ему говорят, для чего ты это сделал? Ибо узнали они, что он бежит от лица Господня. Они узнали, что он бежит от лица Господня. Тут не написано от кого, кстати. Не написано, что это он им сказал. Но написано, узнали, что бежит от лица Господня. И что сам он сам объявил им об этом. Автор книги, я не знаю, кто писал эту книгу, но тот, кто писал жизнеописание Ионы, не просто так вставил эту фразу. Он сказал, они узнали, как он объявил им. То есть до этого они не знали, но тут он им объявил, и они узнали, что он бежит от лица Господня. Дальше смотрите, что происходит. И сказали ему, что сделать нам с тобою. Представляете, мы живем в буре, вокруг нас буря, все плохо в жизни, все плохо. И вдруг кто-то узнает, что это из-за нас. Вас долго будут спрашивать, что вас с вами сделать? Думаю, что быстро разберутся, да, что делать надо. Причем они спрашивают, смотрите, говорят, что нам сделать с тобою, чтобы море утихло для нас? То есть с тобой вопрос решен. Для нас, что нужно сделать, чтобы буря утихла? И он говорит, ибо море не переставало волноваться. Смотрите, люди, которые его окружали, они страшно боялись. Они реально боялись утонуть. Они не понимали, с кем они имеют дело. Они, каждый воззвал своему Богу, Бог не ответил. Они выкинули кладь из корабля. Ничего не произошло. Море волнуется из-за того, что Иона, что кто-то как-то провинился перед своим Богом.
И все это происходит на глазах вот этой вот изумленной публики. А Иона такой спокойный, говорит, я еврей, говорит, что Бога. Он говорит, так, и ты бегишь от него, он говорит, да. То есть получается, что полное вот это вот спокойствие Ионы вызвало у людей панику. То есть такое впечатление, что он знает, что будет дальше. Представляете, вы знаете, что будет дальше. Как в каком-то фильме Черентано сказал, так приятно слушать ложь, когда знаешь правду. Он говорит, вот вы знаете, что будет происходить дальше, и вы спокойны, как танк. Просто олимпийское спокойствие. Как вы считаете, какие должны быть проявления эмоций у тех, кто в этой вот буре смотрит на вас, а вы так спокойно себе лежите, спите, еще говорите, я еврей. А они язычники, они так и сделали. Вот смотрите, что дальше он им говорит. Но он им просто заявляет, смотрите, он не говорит там, извините, ребята, верните меня в Иопию, да, я все исправлю, вот честное слово даю, ребята, вот, ну простите, ну погорячился. Он говорит, тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести. Он им уже сказал, что с ним надо сделать, чтобы буря утихла, а они начинают усиленно грести. Вам ничего не напоминает эта ситуация в жизни? Когда мы точно знаем, что надо делать, но не делаем то, что надо делать. Есть такое правило жизни. Хочешь проблем, начни не делать то, что нужно. Им сказали, что нужно делать. Они продолжали грести. Смотрите, что происходит. Говорит, начали грести, и где это? Потерял я этот стих. Да. Нет, это не 13 стих. Да, ну люди начали сильно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море продолжало бушевать против них. Бог говорит, минуточку. Я проговорил вам через своего человека, что нужно сделать. Почему вы теперь пытаетесь идти против меня? Ни к какому берегу вы не пристанете. И езжайте куда надо, выбрасывайте его в море. Приходит момент истины, момент спасения людей. Они понимают, что вариантов нет. И люди, которые нас окружают, они тоже понимают, что вариантов нет. Нужно что-то делать, именно делать то, что говорит Бог. И они наконец делают то, что говорит Бог. И Бог проявляет свой неизменный характер. Он говорит так, сделайте то, что я сказал, будет все хорошо. Не сделайте, будет все плохо. Где это написано еще, в каком месте Писания? Исаия. Написано, если послушаетесь, будете вкушать добра, блага земли. Если нет, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. И вот то, что происходит. Смотрите, что они не хотели его убивать. Они были добрые люди. Добрые язычники были. Не хотели убивать. Но они понимали, что такое выбросить посреди бури человека в открытое море. Тем более в Средиземное, одно из самых бурных морей. И они говорят, тогда воззвали они Господу и сказали, молим тебя, Господи. Они уже признали его Господом, они уже покаялись, они уже Господом его признали. Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, сделал что угодно тебе. И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Теперь я возвращаюсь к тем людям, которые вокруг нас. Очень часто, когда они видят проявление славы Божьей, они говорят, все, больше не буду. Да, обещают там, клянутся, проходит 2 дня, буря утихла. Что я там кому обещал? Не помню. Но мы и не знаем, что было дальше с этим кораблем. Дальше начинается развитие другого сюжета. Сюжет не менее захватывающий. Как Иона будет теперь за все это расплачиваться? Потому что задание осталось невыполненным. Бог сказал идти, встать, идти и проповедовать. Иона не захотел вставать, идти и проповедовать. Теперь он будет плыть и проповедовать. Церковь в Израиле сегодня – это Иона. Нам страшно кому-то о чем-то рассказать. Страшно. Потому что, вы знаете, здесь все чтут Бога в Израиле. Да.
Вы не знаете? Все чтут, бесполезно в Израиле о Боге с кем-нибудь разговаривать вообще. Бессмысленно. Говоришь, ты знаешь Бога? Я, конечно. Я же 2 раза в год в Иерусалим езжу. В стене плача, бумажечку засунуть, красную ленточку повязать. Как закон? Как? Это да. К Богу езжу, в синагогу хожу, тфилин наматываю себе, кипу вот иногда одеваю. Бога знаю. Они тоже знали Бога, они понимали, что это все от Всевышнего, только от какого? От кого? У них были свои боги. И теперь смотрите, что происходит. Церковь в Израиле – это Иона. Церкви в Израиле сказали, встань, иди и проповедуй. Мы проповедуем с вами все, что угодно. Мы проповедуем все, что угодно, только не Иисуса распятого. Почему? Потому что знаем, что можем за это поплатиться. Давайте честно, можете руки не поднимать, потому что записывается. Я могу поднять. У меня были проблемы с тем, что я верю в Иисуса Христа. Когда я уверовал в Иисуса Христа, у меня были проблемы. Потом проблемы начались с тех, кто делал мне проблемы. И не от меня, кстати, начались проблемы. У них начались проблемы. Но поначалу у меня были проблемы. Проблемы появились и сейчас, потому что сменилось окружение. Они тоже не любят, когда кто-то верит в Иисуса. Но знаете, у Бога есть свой план, и Он все равно доведет его до конца. И вся эта буря была сделана для того, чтобы Ионе показать, что он, во-первых, не даст ему умереть, у него шансов нет умереть в море. Если умереть, то уж в Ниневии. Да? Вот так думал Иона. У него шансов нет, ему надо с этим что-то делать. И сегодня нам Бог говорит, ты никуда ты не денешься, да, тебе будет плохо. Сейчас мы почитаем, как ему было плохо. Тебе будет плохо, тебе будет неудобно, но ты все равно выполнишь мой план. Потому что ты мне пообещал. Помните, когда здесь есть, кто еще не проходил крещение? Нету, да, слава Богу. Когда нас крестили, мы обещали служить Иисусу доброй совестью. Если что, я напомню просто. Если кто-то не помнит. И у Бога есть свой план, и Он его выполнит, даже независимо от того, захотим мы это сделать или нет. И вот давайте дальше читаем с вами длинную душещипательную историю. 2 глава, с 1 стиха. И повелел, а в оригинале знаете, что написано? В оригинале написано не повелел, он написано назначил. Написано «Вемина Элоим даг гадоль». И назначил Бог большую рыбу. Почему-то перевели ее как кита. Ну ладно, пусть будет кит. Возможно, тогда в Средиземном море водились киты. Не знаю, может быть. Но суть этого не меняется. Смотрите, что происходит. Написано, и назначил Бог большую рыбу проглотить Иону. Представляете? И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Кто об этом знает? Только мы и кит. Потому что Иона не знает, какое сейчас время суток на улице. Сейчас об этом поговорим. И написано, и помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита. Молился он, кстати, 129-м псалмом, если что. Написано, и сказал, к Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мной. И я сказал, отринут я от очей твоих. Я отринут от очей. Кто убегал от лица? Угу. Дальше. Отринут я от очей твоих. Однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей. Голова моя до основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение. Простите, а кто тебе помешал вспомнить этот псалом до того, как все это началось? Но, по крайней мере, мы знаем, что теперь есть причина этот псалом произнести. Он теперь... Воды объяли его, теперь он до основания гор не зашел, он вообще не в курсе, где он и что с ним. И стоит принять во внимание очень такие важные вещи в жизни Ионы в этот момент. Помните, такая была
какая-то сказка, и там был такой стих. «В животе у крокодила темно и страшно и уныло». Помните, да? Дело в том, что кит, предположим, что это кит, заглатывает за один глоток несколько десятков центнеров воды вместе с рыбой и с ионой. И в этом количестве воды в китовом желудке ионы – это просто точка. Точка, которая ничего даже не значит. Там реально темно, он ничего не видит, он не знает, какое сейчас время суток, он не знает, сколько дней он там находится, и он не знает, где он географически. Он реально не представляет себе даже. Он даже не знает, где он относительно центра Земли в данный момент. Он постоянно находится на плаву. Кто-то плавать умеет здесь? Представляете, вы 3 дня находитесь на плаву. Вы плаваете. Но обычно мы плаваем в бассейне в Эйлате или в Средиземном море. Он плавает в Средиземном море, только немножко в других условиях. Он плавает в соленой воде Средиземного моря с огромным количеством трупов рыб, которые плавают в этом во всем. Соляной кислоты, которая разъедает все на своем пути. Ну и понятно, что все это далеко не Шанель номер 5 на запах. И в это время, плавая там, он читает 129-й псалом. Я не знаю, я бы вспомнил 129-й псалом в таких условиях. Ученые выяснили, что в течение первых 40, напоминаю, он там находился 3 дня, то есть 72 часа. В течение первых 48 часов разведенная соляная кислота в желудке у кита полностью растворила его одежду и полностью растворила его волосы вместе с луковицами. То есть он больше никогда не отрастит себе шевелюру. Нет шансов. Вторые 24 часа, которые он там находился, у него полностью была сожжена химическим способом кожа, верхний ее слой. То есть он еще и прошел такой курс отбеливания кожи. Полная депиляция и отбеливание кожи. Без одежды. Вот он там плавает. И фактически он там, ну там внутри у кита плавает голый лысый фантомас. Без бровей, без волос. И настал конец периода раскаяния ионы. И Бог приказывает рыбе изрыгнуть его на берег. Я очень хочу верить в то, что это был не кит. Потому что когда у кита срабатывает рвотный рефлекс, значит он умер. Я очень надеюсь, что это не кит. Но же рыбка выжила. Не знаю. Тут написано «изрыгнуть». И сказал Бог киту, и он изверг иону на сушу, и было слово Господне к ионе вторично. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы». 3 дня по Ближнему Востоку, лысый, голый, полностью белый, идет иона в Ниневию. Знаете, я бы, наверное, тоже покаялся, если бы ко мне... Написано, и начал Иона ходить по городу, я себе представляю. Ходить по городу, сколько можно идти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, Ниневия будет разрушена. Смотрите, что он говорил людям. Он говорил, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Давайте из этого сделаем выводы. Первый вывод, который из этого делаю, он знал, когда Ниневия будет разрушена. Согласны? 40 дней. Второе, он знал, что Ниневия будет разрушена. Знал? Знал. Но теперь смотрите, что происходит. У него есть всего 40 дней на вот эту вот проповедь. И он ходил, сколько мог пройти за день. Город большой, реально большой. Ходил и проповедовал, что Ниневия будет разрушена через 40 дней. Ниневия будет разрушена через 40 дней. Потому что так говорит Писание, что Ниневия будет разрушена через 40 дней. Так Бог мне проговорил. Теперь... Он ждал чего? Конца 40 дней и разрушения Ниневии. Да? А что произошло? Царь, написано, услышал то, что говорит вот этот странный человек, непотребного вида для их города, и говорит так, ну-ка быстро все переоделись. Вместо своих вот этих вот роскошных одежд вретища надели, быстренько все в пепел сели, голову пеплом посыпаем, все плачем. Никто не ест скотину, чтобы не кормили. Если какая скотина кушать захочет, объяснить, почему не дают. Представляете?
пост взяли. Язычники, идолопоклонники испугались гнева Божьего. Ну, нет, я бы покаялся, если бы ко мне такой подошел и сказал, что через 40 дней все, я бы покаял. Я бы, наверное, взял на 40 дней пост, я так думаю. Знаете, такое увидеть, не к ночи будет помянут вообще. И смотрите, что происходит с Ионой. Он знает срок, мы срока не знаем. Нам Бог говорит, идите проповедуйте. Мы говорим, ну ладно, да, завтра пойду. Бог говорит, не-не-не, сейчас иди. Не, я завтра пойду. Мы-то сроков не знаем. Нам же не определили, что через 40 дней. Что будет, не сказали. На самом деле сказали. Нам сказали, что в одну ночь все случится. Один возьмется, другой останется. Знаете, что нам не сказали? В какую ночь? Не сказали. Представляете? А мы все на завтра откладываем. На завтра откладываем и говорим, не делай никогда, не откладывай на завтра то, что можно сделать. Когда? Послезавтра. Лучше через неделю пойду сделаю. Ну, сейчас же некогда, надо же работать. В конце концов, да, деньги зарабатывать надо. С детьми погулять надо. Вон там, я не знаю, в банк сходить. Когда мне проповедовать-то? В одну ночь придет просто и один возьмется, другой останется. Смотрите, что произошло. И он ходит, проповедует. Ну, наверное, ему дали что-то одеть. Ну, неприлично же так ходить по городу. Он ходит, проповедует. И царь Ниневии покаялся. И вот дальше написано. И увидел Бог дела их, что они обратились от слова пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них. И не навел. А дальше развязка. Иона сильно огорчился и был разрушен. Представляете, он плыл на корабле. Его выбросили за борт. Его проглотил на 3 дня кит. Он прошел химиотерапию там, не самую нужную ему. Да? Он вышел, он 3 дня в этом виде, с обожженной кожей, шел под этим солнцем палящим до Ниневии. Ходил по Ниневии еще что, сколько времени. А Бог взял и ничего не разрушил. И он говорит, смотрите дальше. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил тебе еще, когда был в стране своей? Поэтому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпивый, многомилостивый и сожалеешь бедствием». Представляете, как он на него наехал? Я, говорит, это все знал. Я знал, что ты ничего с ними не... Зачем нужно было все это? Или он, понимаете, он думал, сейчас, ну если уже им такое претерпел, то они что, точно сейчас разрушат их, и я, слава Богу, ну не зря мучился, знаете. А Бог говорит, не, ничего подобного. Они отвернулись от пути злого? Не будет. Там дальше написано в одном месте, что он даже до смерти огорчился, когда червячок помер. Ну, подточил там это дерево и помер. До смерти огорчился. А Бог ему говорит, червяк, цветок, который даже не растил, тебе до него так жалко. А у меня тут город, 125 тысяч живых людей, не считая этих животных. Как я могу? Понимаете, у нас происходит такая вещь, мы иногда думаем, ну ладно, все, пойду сейчас буду всех обличать. Сейчас обличу вот этого обличу, ну вот тебе Господь сейчас покажет. А Господь не показывает. Ему думаю, я же обличал, они же грешники великие. Я же обличал, почему ничего не сделали с ними? Бог говорит, извините, они от своих злых дел отвернулись. Но Иона ждал жертвы. Он так страдал до этого, что он ждал жертвы. И выяснилось, оказывается, под конец 4 главы, что он даже не смирился с тем, что с ним произошло. Он даже не смирился. Он все равно ждал жертвы. И мы иногда так с вами увлечены вот этой вот проповедью о вечной жизни, о наказании. А люди просто пришли в смирении, взяли пост, раскаялись в своих делах, перестали... там, что они делали, радоваться, сели и начали в пепле, траур устроили. И Бог говорит, все, вижу сердца, причем мы знаем, что Бог сердцеведец, да? Он говорит, в сердцах вижу, что раскаялись. Неважно, как они там оделись, куда сели и что не ели. В сердцах, говорит, раскаялись, наказание отведу. И он настолько претерпел, и он там надеялся, что сейчас все закончится, и он будет наблюдать это вот пышное зрелище, уничтожение. Он-то, наверное, читал про Содом и Гоморру-то, когда там фейерверк, все такое, и нету города.
Почему Иона просил у Бога умереть? Давайте почитаем. 4 глава, 3-5 стих. «Ныне Господи написано, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь, неужели это тебя так сильно огорчило? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны города, и сделал там себе кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. То есть он до последнего надеялся, что Господь все-таки покарает. И причем Бог-то уже сказал, они вернулись от путей своих, а мы все равно кары хотим. Я ж столько претерпел из-за них. Вот чтобы прийти и его обличить, этого царя, я ж столько претерпел. Мы хотим иногда такой жертвы. Ну, получается иногда. И он до последнего верил, что на самом деле город будет разрушен. Он не понимал, как он сейчас вернется обратно в свой город. Не знаю, где он жил. Здесь есть Кфар-Йона? Да, вот, видимо, там. Ну, они так думают, по крайней мере. Он говорит, я приду сейчас к своим, да, вот такой вот весь. То есть ушел нормальный человек, пришел вот, здрасте. Да, и что они обо мне скажут? Они спросят, ну что, разрушил? Я что им скажу? Нет. Зачем мне это? Как я буду с ними сейчас общаться? Как я им объясню, что я все это претерпел, а в результате город остался живой? Мы очень часто задумываемся над тем, что нам скажут люди. Это называется эгоцентризм. Знаете такое слово? Эгоцентризм. Когда я хочу, чтобы все крутилось вокруг меня. Меня не устраивает, мне плохо, меня обманули, меня там еще что-то. Я столько страдал, а он город не разрушил. И мы приходим потом к людям, и нас спрашивают, а почему, что случилось? Да я не знаю, он вообще многомилостивый, там, милосердный, всех любит, и город не разрушил вообще. Не знаю, вообще до смерти прямо огорчил. И бывает такое дело, и мы приходим к людям и думаем, ну что же нам теперь, как нам оправдать себя за действия Бога? Знаете, Моисей, когда посылал соглядатаев из пустыни в Израиль, он сказал им, идите и принесите мне известие, что там происходит. Они пошли, принесли известие. Одни принесли известия плохие, другие хорошие. Но все ли, кто принес плохие известия, были наказаны Богом? Не все. Только те, кто настаивали на том, чтобы известия слышались как плохие. Моисей не должен был оправдываться перед народом Израиля, когда Бог сказал, так отойдите все от, забываю, как его зовут на русском языке, Корах. Как? Корей, да. Вот отойдите все от них, я сейчас их уничтожу. Моисею не надо было оправдываться за это. Моисею не надо было оправдываться за перепелов, потому что он знал одну единственную вещь. План Бога осуществится в любом случае. И у Бога, как мы знаем с вами, нет двух планов. Вы скажите мне, знал ли Бог, что жители Ниневии покаются? Я почти уверен, что знал. То есть 99,999% я знаю, что он знал. Но для чего нужно было ему проводить вот таким вот образом Иону через все эти испытания? Ты думаешь? А я вот думаю, что эта книга не про Ниневию. Да, я когда читаю книгу, я всегда спрашиваю, где моя Ниневия? Куда я не хочу сегодня идти? Я себя спрашиваю, где моя Ниневия? Бывает, нахожу Ниневию. Да, надо пойти. Но прочитав эту книгу, я понимаю, что эта книга не про Ниневию, а про Иону все-таки. И там написано, что Бог его смирял через все эти приключения. И он его смирил настолько, что... Он все-таки пошел в Ниневию, проповедовал, несмотря на весь страх. Его могли счесть там вообще за сумасшедшего какого-нибудь и убить вообще, до начал проповедовать. Но как вы думаете, Господь что, не усмотрел ему путей? Не уберегал ли? То есть получается, что 129-й псалом он вспомнил, а 90-й нет? Ну так же не бывает. Кто помнит 90-й псалом? Ангелам повелит, да, чтобы не споткнулись. Наверняка помнит. Так вот, Бог говорит так. Жертву принести мы успеем всегда. Бог говорит так, жертву принести мы успеем всегда. Помните, что говорит Иисус своим ученикам? Он говорит, если вы уже принесли, а вы знаете, что тогда, в то время, особенно вечернюю жертву, нужно было приносить строго вовремя, потому что после захода солнца жертву приносить уже нельзя. Помните, да? Что, вы не помните? Я как сейчас помню. Нельзя было приносить вообще.
нельзя. И он говорит, если принес ты вечернюю жертву свою, говорит, но с братом своим у тебя терки, иди примирись с братом. Еще раз, не у него с тобой, а у тебя с ним. Пойди примирись, потому что иначе жертву твою не приму. Успеешь ее принести. Что было важнее для Бога в тот момент? Жертва вовремя или мир? Мир. Что было важнее для Бога в Ниневии? Жертва, разрушение или мир с Богом? Мир с Богом. Что было важнее для Бога? Мир с Ионой или у Ионы в сердце? Или жертва, которую он бы понаблюдал, и душа бы его успокоила? Слава Богу, не зря страдал. Конечно же, мир. Но вы знаете, это одна из книг, в которой мы не знаем, чем она закончилась. Бог говорит, я не могу разрушить, извини, у меня там 125 тысяч человек, и точка. На этом книга заканчивается. Мы не знаем, что стало с Ионой дальше. Мы не знаем, как он себя повел, как он дальше пререкался с Богом. Не знаем. Но Бог эту книгу нам дал для того, чтобы мы увидели, что он все равно нас смирит. Можно было просто встать, пойти и проповедовать в Ниневию. А можно было встать, побежать от лица Господа, спуститься в корабль, заплатить за проезд, потом спуститься еще ниже, уснуть, там, чтобы за тебя кидали жребий, чтобы выяснили, что ты во всем виноват, выбросили бы тебя из корабля, тебя бы скушала бы большая рыбка, ты бы там поплавал в соляной кислоте с трупиками рыбок там других. Да, потом бы тебя вот изрыгнули бы на берег, 3 дня ходу вот во всем вот в этом. И он еще и пах, что-то, вы же понимаете себя, как он пах, когда пришел в Ниневию. И вот он, представляете, а можно было просто прийти. И я просто говорю, что Бог уже принес жертву за всех. За всех. Нам не надо никого обличать, и никого он больше не покарает. За всех принесена жертва. Жертва искупительная, жертва дорогая. Написано, дорогой ценой все искуплены. Заранее, авансом, когда еще мы были грешниками. Мы были грешниками, они были грешниками. Да? Бог уже за все заплатил. Он говорит, теперь просто пойдите и расскажите им об этом. Что раскаетесь, и ваши грехи будут прощены. Потому что их конец будет не через 40 дней, если они не раскаются, а в конце времен, когда одна дорога будет идти в Божье присутствие, а другая совсем наоборот. И здесь Бог говорит, я люблю мир, поэтому отдал сына своего, а главной пыткой в аду будет отсутствие любви. У Ионы самая главная проблема была отсутствие любви. Он хотел жертвы, а не милости, а Бог хотел милости, а не жертвы. И сегодня две задачи, которые стоят перед нами, как перед верующими людьми. Первое – это спросить, где наша Ниневия? И прислушаться, куда нам нужно идти. Где наша Ниневия? Куда мы боимся идти? Где мы боимся проявить себя? Где мы боимся заявить о том, что мы верующие? Я напоминаю, что Иисус говорит, те, кто постесняется меня, я тоже постесняюсь. Помните, у Дениса Подорожного была проповедь, да? Про эту тему, да? Захаживал, там девчонки его интересовали. Он говорит, я его знаю. Да. У него родители верующие. Наша Ниневия иногда это сказать людям, да, я верю в Иисуса Христа. Наша Ниневия иногда сказать, Бог говорит тебе сегодня через Писание вот это. Наша Ниневия говорит иногда, здесь в церкви подойти и сказать, послушай, брат, ты заблуждаешься. Написано в Писании, обличи его 1 на 1. Не получится 2 на 1, не получится 3 на 1, не получится все на 1, не получится, до свидания. Но вы знаете, даже если мы говорим до свидания, человек все равно может вернуться обратно, вы знаете об этом? Один, а там 125 тысяч было. Где наша Ниневия? Это первый вопрос, который нужно задать. А второе, на что мы готовы пойти, чтобы наконец принять, что воля Божья все равно исполнится в нашей жизни. Все равно. Он на каждого из нас имеет план. Вот мы. У кого здесь есть аккаунт в Фейсбуке? Есть? Что, у остальных руки болят? Ну у кого? Я же знаю, что больше. О. Мы же перепечатываем всякие цитаты, там, знаете, умные. У Бога есть для тебя грандиозный план. Знаете? Мы такие, вау, репост. А когда приходит план, нет, это не мое, нет. Это не для меня, наверное, план. Это что, неудобный план какой-то. Что это за план такой грандиозный? Не идем его выполнять.
На что мы готовы пойти после этого? Готовы ли мы пройти все те испытания, которые прошел Иона? А ему было не сладко, поверьте мне. Готовы ли мы путешествовать 3 дня ходьбы в таком виде, в котором он путешествовал? Готовы ли мы каждый день на протяжении тех дней, которые он проповедовал в Ниневии, просто каждый день укрепляться и говорить: «Вау, меня не убили до сих пор. Вау, я еще жив. Меня в Ассирии не убили. Я хожу и проповедую». И люди раскаиваются, в пепел садятся, лошади не кушают. Но зачем все это нужно было делать? Поэтому 2 вопроса, которые я ободряю вас задавать себе каждый день, когда вы читаете Библию. Где моя Ниневия? И на что я готов, если я сегодня не захочу выполнять волю Божью, хотя везде заявляю, что я чту Бога, Создателя небес. Руки поднимаю, говорю: я это, ну, верующий. А насчет исполнения — проблемы. Давайте помолимся. Я хочу передать для очень важного слова микрофон нашему пастору. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты приводишь нас перед лицом Твоим, Господь, и даешь нам свои планы для того, чтобы мы осуществляли задуманное Тобой, чтобы Царствие Небесное, которое мы проповедуем здесь по великому поручению Твоему, приближалось и расширялось здесь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты оберегаешь нас от того, чтобы мы ходили по неверным путям, чтобы мы смирялись, не прибегая к различным жертвам, Господь. Спасибо Тебе за Твою жертву, которую Ты принес за раскаяние каждого из нас. Господь, я прошу Тебя сейчас, коснись сердец каждого. Покажи ему, каков Твой план в его жизни. Покажи каждому из нас, Господь, как Ты хочешь нас использовать здесь, в этом мире, для того, чтобы Твой мир приближался и умножался здесь. Господь, я провозглашаю просто сейчас на каждого из сидящих здесь, кто еще не знает своего предназначения, получить его сегодня, чтобы он мог пойти и проповедовать, вместо того, чтобы избегать лица Твоего. Господь, я прошу Тебя, открой это нам, Господь, покажи нам это. Господь, мы благодарим Тебя за жертву, которую Ты принес за каждого из нас, за того, чтобы мы сегодня жили, говорили, проповедовали, и у нас была надежда и будущность. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь нам Писание Свое, которое мы изучаем и получаем из него научение. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Аминь.